Всем привет, мы играем в Besiege. И эпизоды получаются очень длинные, в основном из-за того, что я просто строю что-то, строю. Поэтому в этот раз будет такая нарезка из чего-то, что более-менее относительно может работать. То есть вот я помодифицировал катапульту. Так что должно быть уже получше. Сначала я закидываю аккуратно. К сожалению, все отломалось, но попробуем что-нибудь все-таки сделать. Очень разламывается. Надо этому помешать. Хорошо. Понятно. Есть еще куда стремиться. Теперь конструкция немного укреплена. Посмотрим. Вперед. Вот так вот. Хорошо. Это, по крайней мере, работает. Теперь нужно аккуратно доехать до туда и схватить. При этом по дороге не развалиться, что очень сложно. Все такое шатучее, хлипкое. Ой, все разваливается. Эх. Ну, тише едешь, дальше будешь. Торопиться я не буду. Да ладно. Ну, без управления, я думаю, я не доеду. Еще раз попробовать. Или не все так просто? Нет, не все так просто. Сделаю-ка я вот что. Вот так вот. А потом вот так вот. И теперь, если она развалится, то я смогу открепить веревки. Попал. Куда кристалл упадет? Ну, нормально упал. Так, может сразу ее открепить? Да нет, пусть будет. Пусть пока что будет. Не знаю, как удобнее подъехать. Ой. Камень еще вот этот вот. Так, схватил. Тихоньку сдаем назад. Неа! Спокойно. Что это твое? Нет, нет. Отпусти. Отпусти от колесо. Я забыл на какую кнопку. Я забыл на какую кнопку отпускать. Я серьезно забыл. На L. L? Нет, L это эта штука. Нажимаю на все кнопки. Ну, что-то не отпускает. Вот, отпустилась. Не совсем понял я на какую, но отпустилась. Дайте мне уехать отсюда. У меня есть еще на второй стороне. Есть ведь, да, здесь? Нет, они тоже вместе с этим отдрались. Ладно, в таком случае я попробую просто с собой дотолкать. И... Может быть, не лучший план, но... Ничего другого не остается. Ладно. Все опять развалилось на куски. Попробуем еще раз. Так, ну примерно туда же упал. Вот, это сразу отвалилось. И теперь внимание. Джей. Это остается сзади. А, скобы. Скобы-то остаются. Так что не получилось у меня ничего. Надо что-то... новое придумать. Значит, я убираю вот эти две веревки. Ставлю сюда. Вот этот открепятель. Вот сюда. На него ставлю. А я могу к нему сразу прицепить? Если могу сразу к нему, то тогда сразу к нему цепляю. Да, могу. Все. Сразу к нему цепляю эти две штуки. Так, ну-ка. Не долетает. Ну-ка. Вот так вот. Теперь я могу, по идее, открепить, но пока мне это, опять же, не надо. Кристалл укатился. Как бы мне его, может... Не знаю. Я слишком широкий, я здесь не пролезу.
Думаю, придется заново. Ладно, тогда я буду просто кидать, пока, ну, не получится. Хорошая попытка. И тогда я включу запись, и все. Ну вот, более-менее упал кристалл. Аккуратно. Аккуратно. В другую сторону повернем. Назад. И вот сюда. И схватили. Потихонечку. Как бы нам... Вот так, я думаю. Полегонечку везем, везем, везем. Везем. И сделано. Отлично. Что у нас на следующем уровне? Когда он 90% кукурузы. Ну, или что это, я не знаю. Ну, в общем, 90% деревьев надо срезать. Я попробую сразу просто сходу все просверлить. Он нападает на меня, фермер. Ого-го-го-го-го. Поаккуратней. Он меня почти снес. Снес колесо. Ну-ка, могу я просто вот так сделать? Фермеры, вот понабежали-то. Думаю, еще пару ударов, у меня бы отвалилось колесо. Угу. Так. Здесь еще немного. Все. Хе. Легкий уровень. Ну хорошо. Легкий так легкий. Разрушить 90% деревни. Жесткая деревня, я вам скажу. Все на каких-то уступах. Куда-то придется залезать, что-то ломать. Ну, я мог бы сделать вот так вот. Ой. Или нет. Ну, я мог бы сделать вот так вот. Но это скучно, поэтому я так делать не буду. И придумаю что-нибудь хорошее, я думаю. Ну, естественно, если я просто буду сверлить, то я не смогу снять вот эти два дома, дирижабль, не смогу снять вот эту мельницу, и мне не хватит. Поэтому надо будет что-то придумать. Что-то надо будет обязательно придумать. Чтобы все здесь получилось. А ну-ка... В шаре нет. Я думаю, может быть, в шаре есть там какая-нибудь бомба, граната, которая бы все здесь взорвала. Но нет, воздушный шар, он просто есть шар. То есть вот моя цель, чтобы все выглядело вот так. Ясно. Будем делать. Вы знаете, я сначала просто попробую проехать. Просто ездить и попытаться сломать по максимуму все, что есть. Потому что, как видите, за каждую курицу, за каждую банку я получаю достаточно такую неплохую шкалу. И вот я, по сути, ничего особо не сделал, уже вон у меня треть. Может быть, просто все вычистить? Ну, тогда это тоже несложный уровень. Самая базовая стандартная машина может это все сделать. Но мне почему-то кажется, что не хватит мне. Потому что мне за дом, по сути, дают столько же, сколько за курицу. Так, куда дальше? Вот сюда. Еще может быть... Вау. Что это развалилось? Ладно, заново поедем. Вроде меня никто не атаковал, ничего не ломалось. Никуда я не врезался, аккуратно играл. За мной курицы охотятся. Все время. Мне показалось на секунду, что я горю. Но все обошлось. Ладно. Так, прежде чем делать еще одну попытку, я поставлю вот несколько пушек.
чтобы снять хотя бы вот... Вау-вау-вау-вау, спокойно. По-моему, я немного сломал физику, ну ладно, это не важно. Да, я сломал физику определенно. Ну ладно, чтобы сломать вот эту вот штуку. Дом большой. Вот так вот. Чтобы у меня хватило процентов. Почти наверняка. Открепляю откреплялку. И все. В общем-то, как раньше, я еду и все ломаю. Кристалл, что ли, выпал какой-то? Алмаз из банки. Мне показалось почему-то. Что-то такое красное. Ай-яй-яй, опасно было, чуть не сломался. Резко не буду поворачивать. Вот таким большим кругом. Так, дерево буром надо снимать. Эх. Может, его не надо снимать? Ладно, сняли. По узким переулочкам идем. Спокойно. Почти все уже. Осталось совсем немного. Еще чуть-чуть и все. Вот сидит наблюдающий в воздушном шаре. Ну, вот такой уровень оказался. Ничего изобретать не надо было. Мог оставить этот дом спокойно стоять. Вот тут еще вазы остались. Неразбитые яки ходят, дома всякие. Так что, получается, тоже легкий очень уровень был. Ну, для меня уровни легкие, которые можно победить, по сути, базовым строением. Что мне нужно сделать? Разрушить все тенты. Вот это уже интересно, потому что они там все на скалах. И придется что-то делать, плюс что грозовые облака вот эти вот наверняка меня поджигать будут. Что я заметил на этом уровне интересного? То есть вот, например, у меня какая-нибудь машина, я нажимаю в бой, куда-нибудь еду, они подходят и начинают меня рубить. И очень-очень лихо разрубают все. И я ничего не могу сделать. И что я подумал? Вот такую обычную деревянную штуку они разрубают с одного удара. Один удар, и вот стандартной деревянной палки такой нету. Но что если вся моя машина будет состоять не из деревянных палок, а из пистонов? Сможет ли это что-то им противопоставить? Ну-ка, посмотрим. Они их просто не атакуют. Они не делают ничего. Я думаю, вот и решение собирать машину целиком из железа. Хм. Целиком железная машина. Плохо. Вот так. Не знаю, с колесами как быть, потому что колес железных нету. Они пытаются бомбу разрубить, но у них не получается. Железные колеса. Вот. Не знаю, о чем мне с этим делать. Мне кажется, это проблема. Потому что если я буду использовать что-то типа пилы циркулярной такой, ну она похожа на колесо и вообще, то все хорошо, но проблема одна. Я не могу контролировать кручение. Она крутится и крутится. Сейчас. Вот. То есть, ну да, едет все, машина хорошо, я могу вот так вот все раздвигать, всех раскидывать, но контроля никакого нету. Даже если я смогу поворачивать, а хотя знаете, если я смогу поворачивать, есть у меня какие-нибудь железные блоки, которые не выстреливают, а просто стоят? Да, есть. А ну-ка, прям даже интересно. Мне кажется, идея хорошая. Вот оставить машину вот так вот. Сверху сделать какую-нибудь штуку, чтобы, если перевернусь, выставляться на место. А может, это и не надо? Да, не надо. Зачем на место выставляться? Просто делаю вот так. Вот так. И все. Я неубиваемый. Я могу вот так вот делать. И я могу управлять этим всем. Ну,
в относительной мере. Хм. Весьма неплохо. Проблема только, как я буду доставать до тех лагерей, которые там на вершине. А как сложно управлять. Это я еще не знаю. Я вообще не разваливаюсь, я не могу развалиться просто физически. Такая вот машинка. О. Кто-то еще жив был. То есть я вот так оглядываюсь, вижу лагерь. Вот он. Я приезжаю его и давлю. Теперь я вижу следующие лагеря. Попытаюсь как-нибудь залезть на эту горку к ним. Вот как-нибудь бы... Ой-ой-ой-ой. Перевернули меня. Жалко. Так не очень удобно управлять. Ну... Что ж такое-то? Мешаются, конечно, эти рыцари. Вот, о-о-о-о-о-о. Давай-давай-давай. Один. Такой машины перевертыш неубиваемая получилась. Хм. Интересно. Очень интересно. Жалко вот, что нельзя никак остановиться. Вот, ладно, пофиг с задним ходом, но вот то, что вообще никак нельзя остановиться, это, конечно, минус. Ой, меня молния даже не поджигает. Ну, логично, что молния меня поджечь должна и все такое. Ну, она ко мне притягивается, потому что я металлический, но поджечь не поджигает. Шикарно. Сплошные плюсы. Мне кажется, все-таки такой, ну, баг, не знаю, что просто же металл абсолютно никак ничем не убиваемый. Мне кажется, это немного глупо сделано разрабами. Ну, не должно быть такого. Так, я еду вот так вот, вот куда я еду. Что-то немножко застрял я. Надо выбираться. Куда? Вот сюда еду. Просто вообще никакого контроля нету. Давай. Ну, выехал. За этим выехал. Давай! Так, не говорить, что я застряну здесь, хорошо. Заходим в очередной заход, как говорится. Да! Все, шикарно. То есть, ну, просто для сравнения покажу, что было с моей обычной машиной дрелью. То есть вот я выезжаю, начинаю всех давить, и что происходит? Они меня рубят, и все. Все, я развалился. Вот так. Прекрасный уровень, мне понравился. Я думаю, что это мой любимый уровень. Потому что у меня такая классная машина на нем получилась. Случайно просто, вот, по ходу мысли. Интересно. Много всего, конечно, можно придумать в игре. Wall of the Wind. Destroy 80% вот этих штук. 80% говорите? Оп. Так, ну ладно, это, в принципе, не было бы ничего интересного, если бы не торнадо, я так понимаю, да. Что я вижу? Если я соберу опять точно такую же машину из пистонов. Просто вообще один в один даже. Я ее сохраню, кстати, после этого. Какая она была, я уже забыл. Я правда забыл. А, не, я помню. Вот так, вот так. Вот. Так. Ну, может, она немного по-другому сейчас будет выглядеть, но... Сильно, я надеюсь, ничего не изменится. Вооружение. Цепные пилы. О, добавлю еще одну. Угу. Оп, поехали. Вот совсем прям невероятной оплошностью разраба будет, если окажется, что меня железного даже эти ветра не могут поднять. Это уж будет такая оплошность, что просто слов нет. Но я думаю, что они меня поднимут.
Я уж в этом почти уверен. Тоже как-то слишком глуп. Вот-вот-вот, тотемчик. Ну, тотемчик. Забываю, что я растягиваться могу. Меня сломали как-то. Каким-то невероятным образом им удалось меня сломать. Ну, чуть-чуть хотя бы. Я думаю, что проще рестартнуть. Но им удалось сломать пистон. Это заслуживает уважения. Вау. Ладно, хорошо. Что такое-то чуть-чуть? Да ладно вам. Все так близко и никак вот не достается. Хорошо, я сюда еду. Еду. Конечно, такой, ну, может, немного читерский путь получился. В итоге я пришел вот к этой идее. Ну, я не чувствую, что я прям ломаю игру, что-то такое, уже и все. Уии, сломаюсь ли я? О, да, я сломался. Надо же. И это все, видимо? Да, вот. Эта штука. Этот уровень пройден. И все. Игра закончена. Можно. Ну, есть песочница, в принципе. Это все, что осталось в игре. Ну, естественно, ранее там версии. Нет уровней, ничего нету. Ну, есть песочница. Что я хочу в песочнице сделать? Да, в общем-то, ничего. Я просто хочу создать быстренько такую же машину свою, как была там. И проверить ее на огнеупорность, на всякий случай. А то, мало ли, может, я что-то упускаю. Ну, так, просто на будущее. Все. Вот моя машина, вот чаны с кипящей смолой. Не так. Вот так. Чаны с кипящей смолой и... Да, абсолютная огнеупорность. Абсолютная. Вот так. Ну, песочницы, не знаю, мне как-то... Ну, не вижу я смысла в просто исследовании песочницы. Так что пока что это будет конец серии Besiege. Ой, до края карты доехал. Ну, ничего страшного. Всем спасибо, всем пока.